refined petroleum imports to North Korea. منذ بدء العمل بنظام الجزاءات في الأمم многосторонней безопасности. Считаем также 中方坚定认为，施压不是我们的目的。执行制裁是安理会决议的要求，推动政治解决同样也是安理会决议的要求，二者不可偏废，不可相互替代，不可只选其一。 Недопустимо, чтобы санкции в отношении КНДР становились инструментом коллективного наказания. Отсутствие доверия между Вашингтоном и Пхеньяном препятствует разработке совместных мер, которые стороны могли бы предпринять синхронно и поэтапно, чтобы продвинуть общий процесс урегулирования. Предлагаем совместно подумать о системе международных гарантий безопасности, которая стала бы решающей предпосылкой для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова. Enforcement of UN Security Council sanctions must continue vigorously and without fail until we realize the fully final verified denuclearization.